Добро пожаловать на канал интернет-магазина Планета Страйкбола. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Страйкбольный автомат CM650 производства компании ЦИМА поставляется в картонной коробке с полиграфией. В комплект поставки входит инструкция, сам страйкбольный автомат, бункерный магазин, аккумулятор, зарядное устройство, пакет тестовых шаров и пластиковый шомпол. Страйкбольный автомат CM650 от компании ЦИМА является копией 7,62-мм автоматической винтовки SR-47 от компании Knights Armament, разработанной для спецподразделений вооруженных сил США для действий в глубоком тылу. Страйкбольный автомат весит 2 кг 300 граммов. Его длина с раздвинутым прикладом составляет 900 мм и 820 мм, если приклад сдвинуть. Главной отличительной особенностью представленного страйкбольного автомата является его внешняя схожесть с платформой AR серии и боепитание от магазинов к страйкбольным автоматам АК серии. Кроме этого, корпус изготовлен из нейлонового волокна. При этом такой корпус более прочный в сравнении с корпусом из ударопрочного пластика. На страйкбольном автомате установлена 11-дюймовая квадроцевьё, сверху, снизу и по бокам которого расположены площадки стандарта Picatinny, позволяющие устанавливать рукояти переноса огня, тактические фонари, лазерные целеуказатели и блоки управления огнем по типу ANPEX с соответствующей системой крепления. В верхней проекции верхнего ресивера также располагается площадка стандарта Picatinny под установку оптических и коллиматорных прицелов, а также магнифайеров. Также из особенностей наличие имитации прибора бесшумной и беспламенной стрельбы, проще говоря, глушителя. Кроме этого, в качестве особенностей данного страйкбольного автомата можно указать его оснащение электронной контактной группой. Благодаря этому для производства выстрела используется транзистор. Разрыв и замыкание контакта происходит именно внутри транзистора, без использования каких-либо подвижных механических элементов. Это делает более быстрым отклик, а также позволяет использовать мощные пружины и повышает стабильность работы автоматики. Представленный страйкбольный автомат от компании ЦИМА комплектуется гирбоксом второй версии. Отсек для размещения аккумулятора расположен в трубке приклада. Для того, чтобы получить недоступ, потребуется утопить фиксаторы тыльника приклада, снять тыльник и заглушку. Внутри трубки приклада расположен разъем минитомия. Страйкбольный автомат изготовлен из нейлонового волокна, металлического сплава и стали. Из полимеров выполнен прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы, цевьё, прицельные приспособления, верхние и нижние ресиверы, шторка имитации выбрасывателя, органы управления, пистолетная рукоять, рычаг взведения и приклад. Из металлического сплава внешний ствол и трубка приклада. Из стали магазин, шторка имитации затвора, задняя антапка и отдельные детали конструкции. Тыльник приклада резиновый. Страйкбольный автомат оборудован регулируемым 6-позиционным трубчатым прикладом типа крейнсток. Для того, чтобы раздвинуть приклад, достаточно утопить фиксатор приклада, сдвинуть приклад в требуемую позицию, отпустить фиксатор и зафиксировать приклад. Переключатель режимов огня, он же предохранитель флажкового типа левосторонний, имеет 3 положения. Положение сейф, когда предохранитель включен, положение семи для ведения одиночного огня и положение ауто для ведения автоматического огня. Регулировка хоуп-апа осуществляется через окошко имитации выбрасывателя. Для того, чтобы получить доступ к регулировке, потребуется оттянуть заднее положение и удерживать рычаг взведения. В открывшемся окошке расположено регулировочное колесико, за счет поворота которого по направлению движения часовой стрелки степень подкрутки шара увеличивается. Штатные прицельные приспособления представлены в виде съемных, складных, открытой мушки и диоптрического целика. Целик можно настроить как по вертикали, так и по горизонтали. Мушка регулировки не имеет. Складываются и раскладываются прицельные приспособления без дополнительных усилий. Для того, чтобы демонтировать мушку и целик, достаточно выкрутить винт под шестигранный ключ на мушке справа и винт под отвертку на целике слева. Для крепления оружейных ремней на страйкбольном автомате имеется двухсторонняя стальная антапка в основании трубки приклада. Также оружейный ремень можно продеть и в две прорези на прикладе. Для того, чтобы установить магазин, потребуется зафиксировать зацеп магазина в передней части шахты магазиноприемника и, двигая пятку магазина назад, защелкнуть опорный выступ. Для отмыкания магазина достаточно утопить клавишу справа или зажать снизу рычаг экстракции и подать магазин пяткой вперед. А сейчас я продемонстрирую, с какими магазинами к страйкбольным автоматам АК серии совместима модель CM650 от ЦИМА.
комплекте поставляется стальной бункерный магазин. Для того, чтобы заправить его шарами, потребуется открыть крышечку сверху и засыпать шары. Ну а для того, чтобы шары попадали в шток подавателя, необходимо регулярно подкручивать колесико на пятке магазина.